Давайте мы поговорим о бардовском фестивале, точнее, о фестивале авторской песни, которую вы сделали, и, собственно говоря, он, наверное, единственный, да, получается, в республике. В этом году будет фестиваль проходить? В этом году мы запланировали 14 апреля. Так. В 30-летие Победы в 12 часов начала. С 1 января мы уже собираем заявки. То есть уже, да? Уже, да. У нас на страничке фестиваля ВКонтакте есть, если фестиваль авторской песни «Струны души» наберете, да, там прямо конкретно и положение, куда высылать, какие песни, какие стихи, там все есть, все. Давайте мы завершим хорошей песней из вашего творчества. Знаете, вот песен очень много. Я написал такую интересную песню. Она меня вдохновила. Есть песня такая Митяева: «Крепитесь, люди, скоро будет лето». И я в продолжение вот этой песни... Это про нас, кстати. Это про нас. И были такие холода, и я решил написать песню «Держитесь, люди, скоро будет лето». Вот. Промчалась осень, землю окропив. Ух, первый снег, земля была одета. И как бы ни насвистывал мороз, мотив «Держитесь, люди, скоро будет лето». Уж машет нам рукою Новый год. Пройдет и он, и старый канет в лету. Все это будет, 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 но пройдет. Держитесь, люди, скоро будет лето. Не пролетят, и будет пройден путь. Закончатся все праздники и фуршеты, и не успеешь глазом ты моргнуть. Держитесь, люди, скоро будет лето, а летом будет Божья благодать. Придет тепло и будет много света, осталось нам еще чуть-чуть пождать и встретить наше солнечное лето. Держитесь, спасибо. Люди, хочу сказать, держитесь всем телезрителям, уже скоро лето не за горами. Вам огромное спасибо за ваше творчество, всех телезрителей приглашаем на концерты, ваш авторский фестиваль. Да, и пускай... И пусть, да, и участвуют, и смотрят, если они не играют или не поют. А вам спасибо большое, что вы нас пригласили. Большое спасибо.